Видео драки в ночном клубе «Стрелец» города Вичуга заинтересовало не только любопытных пользователей сети, но и председателя комиссии по безопасности Общественной палаты России Антона Цветкова. Напомним, ночью 16 ноября 30 вооруженных неизвестных в масках зашли в ночной клуб и избили посетителей. Задержать преступников по горячим следам местным полицейским не удалось. Антон Цветков называет случившееся циничным и считает необходимым провести проверку работы вичугских правоохранителей. Он обратился к руководству Министерства внутренних дел с просьбой отправить в муниципалитет представителя Центрального аппарата МВД России для проверки населенного пункта и региона в целом. Антон Цветков обещал пристально следить за ходом расследования и лично оценивать продуктивность мер, предпринятых для декриминализации населенного пункта. Пока у лидера офицеров России много вопросов полицейским. Как в небольшом городе правоохранитель Блок мог не знать, не то что даже кто это совершил, но они обязаны знать и на стадии подготовки, потому что это небольшой город, и однозначно правоохранительный блок должен работать всегда на опережение. Если не сумел работать на опережение, то на моментальное задержание всех виновных, потому что принцип неотвратимости наказания должен работать.